Привет, друзья! Сегодня мы начали первый день нашего удивительного приключения по Кабардино-Балкарии. С группой занимаемся практиками, путешествуем и душевно проводим время. Когда человек начинает самосовершенствоваться, развиваться, у нас запускается определенная трансформация, которая выражается в одухотворении пяти первоэлементов. И вот эти пять первоэлементов, они проявлены внутри нас. Как во внутреннем космосе, так и во внешнем космосе. Когда человек соприкасается с природой, если у нас неполноценность внутренних пяти первоэлементов, внешние пять первоэлементов начинают нас восполнять. Когда у человека возбужденный ум, нужно взаимодействовать с элементом пространства, либо ветра. Продолжаем наше путешествие. Мы на плато Канжул. Высота 2500 метров над уровнем моря. И вот это все выглядит мистическим образом. Словами даже не описать. Ну, это космос. Там горы открываются, там Эльбрус, он сейчас в облаках. Ощущение, что ты на небесах. Это какое-то волшебство. Это какой-то космос. Сильное, мощное поле, которое трансформирует, меняет и дает ощущение кайфа. Это так красиво все вместе. Это природа, это Кабардино-Балкария, эти чудесные люди, которые нас тут встречают. Просто хорошо. Просто льется Божья благодать. Находясь вот в этой экспедиции, мы ежедневно практикуем каждое утро с 6 до 8, а потом еще занимаемся практиками, и за 3 дня я уже чувствую, как у меня полностью очистилось сознание. Поэтому ретрит уже выполнил свою главную роль, он установил мысли в моей голове, заставил вернуться к себе, к своим чувствам, к себе самой. Очень хорошо себя чувствую. Благодаря этому наполнилось тело энергетически. Вот. Я чувствую себя целой, большой вот, по энергетике. Экипаж мятной машины желает всем мятного настроения, на лице улыбок и на сердце радости. В душе огонь. Аплодисменты. Я буду прямо слетать и покричу от души. Хотя бы один раз в жизни надо такое попробовать, чтобы поставить точку и, возможно, больше уже никогда не подниматься. Вкусы и запахи детства. Вот смотрите, вот эта вот граница между скошенной и нескошенной травой. И здесь стрекочет кузнечика. Дмитрий дает такие простые, доступные практики для повседневной жизни человека, живущего в социуме.
не человека, который убегает от социума, а действительно, который живет полной жизнью, это практики для благополучной жизни. Невероятный синтез практик, энергии, энергетики, что я просто в шоке. Мне, как актрисе, необходимы такие ретриты. И то, что я получила, это, конечно, колоссально. Этот ретрит, без сомнения, квантовый. Квантовый скачок сознания любого, кто на этом ретрите будет. На этом ретрите собрались абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди по роду своей деятельности, по своему характеру, по своим каким-то привычкам. Нет ни одного похожего даже на 20% человека. Но нам всем здесь хорошо. Сама наша группа – совершенно фантастические люди. Мы как-то поддерживали друг друга. Если кому-то что-то было непонятно, мы спокойно делились мнением, опытом, старались как бы с разных сторон обсудить практику, помочь друг другу. Дима всегда открыт. И здесь я получила столько контактов и знакомств с новыми прекрасными людьми, которые близки мне по резонансу, близки мне по ценностям. Я счастлива от этого. Непередаваемые ощущения. Наш лагерь, я всех люблю, обнимаю. Так здорово мы все сплотились и сдружились. Какое-то общее поле, такой мощный эгрегор. Чувствую каждого. И обнимаю всех сердцем. Поэтому спасибо. Еще несколько дней нас ждет впереди. Не хочется даже отсюда уезжать. И, конечно, я благодарю Дмитрия, потому что, ну, он звездочка путеводная. И что тут греха таить? Мастер с большой, огромной буквы. Мне очень понравилось. Я безмерно благодарна. Опять сейчас будет высокопарно, но пусть будет. Я хочу сказать, и я скажу. Я благодарю небеса за то, что они свели меня с таким сильным, мощным, правильным человеком. Большое спасибо. Вы кайфовые. Спасибо вам за это. Дмитрий, ну, успехов, продолжать. Можно это? Огромное спасибо. Спасибо. Друзья, до новых встреч и до новых приключений.